ребята, кушай. Тебе немного? Не знаю, не знаю. Пикассо. Очень, очень красиво. Давай, Злата, за тут. Чтоб хватило, да? Получается только командная работа, короче. Сам не справишься. Не так. Зашли. Зашли. Тут у нас щитовая. Тут у нас кухня. Тут у нас кухня, санузел. То есть, грубо говоря, тут мы хотим сделать жилое, чтобы, может быть, механики тут жили. Вот комната под две, под три кровати, чтобы, если что, жили. Ну, в крайнем случае, для начала. Так, тут у нас офисная. Раз офисная. Два офисная. Два офисная. Вот та дверь, которая снаружи, я тебе говорю, вот она. Дальше там санузел. Вот тут у нас получается вход. Вход, вот это первое складское помещение. Помещения реально очень теплые, они утепленные. Реально тут термос, очень тепло, прям жарко тут сейчас, в данное время. Отопление тут когда-то было, его как бы можно будет переделать, доделать. Вот, вот дальше сам вот этот вот бокс, который я тебе говорил. Свет включаю. Тут отопление тоже есть. Тут отопление электро. То есть вон котел стоит, разводка идет. Собственно, вот такое тут отопление. Вот так вот оно все сделано. Все утеплено. Ну и ролет я тебе показывал, куда выходит. Вкратце. В общем, вот так. Это вторая комната, то есть ворота. Тоже 2,5 метра, я так понимаю, что везде. Сейчас я посмотрю. Раз, два. Нет, здесь чуть больше. Здесь где-то в районе 3 метров, может 2,75. Значит, там и там чуть уже. Есть ворота. По высоте, короче, не знаю. Ну, давайте так, по мере свое колено. Вот эта часть, вот с подошвой, вот, вот по вот эту часть, это по колено. То есть, я думаю, 40 сантиметров. То есть, можно посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще хвостик. Поэтому думаю, что где-то здесь 3 метра. Идем дальше. Комната, допустим, для малярки. Тут может быть все, что нужно для малярки. Она треугольником. Короче, вот так вот примерно будет видно. И сюда можно сделать малярку. Здесь комната. Высокий потолок, вот из нее можно сделать, но вот как заезжать, вопрос. Но не знаю, я ничего не буду говорить сейчас, чтобы я создал. Значит, заходим сюда. Здесь. Смотри, здесь вообще нет никакого обживания. Отопления здесь нет, очень длинный туннель. Здесь могут быть просто подъемники, ну, много щелей, видно щели. Все это можно утеплить, крыша алюминиевая, то есть с учетом зимы, то зимой. Здесь надо работать в курточках, потому что зима, здесь типа 0 градусов. Короче, вот такое вот огромное помещение. Давай посчитаю ширину, что было. Сразу. Раз, два, три, четыре, пять. Приблизительно 5-6 метров. Ну, давай 5 пускай будет. Ну вот, может быть 5,5. В общем, здесь помещение такое, чуть ниже по потолку, получается вот, вот эта вот полоса, это и есть потолок. Так, типа нашего эпицентра, идем кое-что купить. Нам очень-очень нужно в него попасть. Да, что там будем покупать? Все для строительства, косметического, да? Ремонта, нам нужно кое-что там отремонтировать. Кстати, хотим отремонтировать очень быстро, следите. Такой вот движ, Наталья все рассказала. Здесь точно что-то происходит. Сережка, угу, не успел приехать в Варшаву. Уже ремонт у тебя начались? Это я уже, он грязный.
Наш вариант. Я не готов. Короче, вот так вот мы, как бомжи, вот идим. Как же бомжи вот так вот спим. Все будет хорошо, да. Все будет окей. Ты уверена? Да. Ты веришь, да? Да. Во всю движуху? Конечно, мы же молодцы. Угу. Короче, вот такое вот у нас вот тут. Это наше начало. Да, вот такое наше начало в Польше. Так, а вот наша машина. Это наша машина, нам в пользование. Короче, нужно ее помыть, чуть-чуть отполировать, навести чуть-чуть марафет в ней, отремонтировать колесо. В принципе, как бы. И мы ее можем еще и продавать. Собственно, вот такой вот Dodge Caliber. Вот такая движуха, короче. Так, у нас вот такой вот тут салон грязноватый. Мы потихонечку его химчистим, моем, вытираем, готовим для себя машину. Жена мне помогает полностью в этом. Короче, в процессе все у нас. Вот такая наша первая работа тут. Есть в машине, правда, вот такие вот тут жуки. Но ничего, сделаем все это в дальнейшем. У Наташи все распознает новые магазины для себя. Вот приехали в Lidl, теперь смотрит на Lidl. Что ей тут понравится и по ценам все смотрит. Короче, пока у нас распознавательная такая неделя. Сегодня ребята будут ставить блок. Сейчас там чуть-чуть занят подъемник. Они сегодня обещают все собрать до кучи. И, возможно, сегодня будем проверять ее и тестировать. Такой, короче, процесс. Мы тут с Натальей попали в макро. Короче, окольными путями мы все-таки зашли сюда. И Наташа тут проверяет для себя продукты, какие подойдут, какие не подойдут. Не знаю, как тебе цены вообще тут? Нормально? Не сильно дороже, чем в Украине? Местами даже дешевле, да? Ну, короче, такие масштабы большие. Вот такой движ у нас тут. В эту сторону вижу, сюда меньше идти. А тут мы уже территорию практически почистили, вот нарвали травы, вот тут одна куча, там вторая, а там, короче, Сергеич решил. А там Сергеич, короче, решил косить. Он вырывать не захотел там траву. Так, Наталья, ее первый заказ в Варшаве. Вот я уже везу. Сейчас все сложил. Надо лететь. Тут вроде 8 километров, но показывает 30 минут. Мне надо до 6 успеть. Клиентам везет, и не доставку делаю. Так, короче, у нас тут все разморожено было потихоньку. Паяем, ремонтируем все размороженные места. Вот я уже научился паять медную трубку. Купил вот такую вот приблуду.
В итоге ей ремонтируем. Меняем всю сантехнику, ремонтируем, включаем, видим, где дальше течет, ремонтируем, подключаем, паяем. Короче, процесс у нас уже 3 дня продолжается. Отделили на сектора здания для того, чтобы сначала с одной стороной разобраться, а потом с другой стороной. И вот таким вот, короче, процессом мы занимаемся сейчас. Кирюха кран откручивает, сейчас тут краны откручиваем, едем, покупаем и будем все запускать и проверять, где еще течет, потому что у нас не идет вода сюда и не идет вода в унитаз. Соответственно, у нас где-то еще тут прорыв, но нужно все полностью до конца починить, чтобы включить и проверить, где у нас шум воды. Ну что, наконец-то мы все допаяли. Тут порасходилось все подряд. Вот мы все повосстанавливали, пришлось вот так резануть потолок. Ну ничего, гипсокартон тут поменяем кусок. Тут у нас все поразмораживалось, все это запаяли, все это сделали. Наконец-то пустили воду, уже давление тут большое есть, все четко. Сейчас еще хотим снять унитаз, и вот там вот этот вот насос, который качает канализацию, нужно его разобрать, посмотреть, стартануть, чтобы он заработал. И в принципе вода у нас уже в кухне и в санузле готова. 3 дня мы колупались, 3 дня мы паяли все эти соединения. Научился в итоге я паять и заниматься этими делами, ну... Надеюсь, в жизни может когда-то пригодиться. В любом случае, сэкономили много-много денег. Что-то так. Помятый такой, грязный какой-то вылез, короче. Ну, строительный процесс идет, поэтому все нормально. Серега, он там доваривает, стал сантехником, доваривает воду. А, кстати, не просто сантехником стал, слышишь? Ситуация такая, еще медные трубки, это же на сегодняшний день хлеб. По-богатому, да, по-богатому. Такого специалиста еще не найдешь. Так а очки какие, все как положено. Техника должна быть в безопасности, техника безопасности. Закрытые глаза вчера были, сегодня хоть уже есть очки. Прогрессируем. Так что процесс идет, работы много, но она потихоньку делается. Все в процессе. Сергеич, помахай ручкой. Ломать не строить, а? Короче, это. Сергеич хочет убрать эту колонну полностью. Хочет проэкспериментировать, упадет или не упадет здание. Но я пошутил, нет. Это мы хотим чуть-чуть срезать вот эту колонну, чтобы вот эти 30-40 сантиметров давали нам возможность заезжать сюда больше возможности. Поэтому сейчас будем вот так срезать стену вот этот, от этой колонны. Мы режем фонари, подсветку. Сережа устанавливает фонари, что-то под нас подмочит, что-то такое непонятно. Но все получается. Все получается? Конечно, все получается. Хорошо, блядь, только сидеть пиздеть, блядь, так вот рядом, блядь. Камеру вырубай. Камеру вырубай. Акция компании Boot Level или Level Boot. Да. Короче, вот засвет. Вот поставили уже сюда. Тут уже светит. Вот тут 4 штуки отдельно вырубаются. 4 штуки. Вот они. Вот так вот. И отдельно вырубаются вот эти 4 штуки. Видишь? Вот так вот это выходит. Поменяли тут уже лампы. Поменяли тут лампы. Вот такая вот движуха у нас тут происходила. Так что такие дела. Осветляешь себе потолок, да, Зэ? Да, Зэ. Хочу, чтобы было стильненько, светло. Ну и красиво.
Потолок сделали тут. Еще надо будет завтра уже поклевать. Свет сделали, свет сделали, свет сделали. Поставили умывальник, поставили уже смеситель на душ. Как бы завтра нужно сюда сифон купить, собрать низ. И тут уже полноценный, уже собранный. Тут купить еще крышечку нужно. И тут уже будет собрано. И тут можно прикручивать уже. У нас тут уже все есть. Сейчас бойлер заберем и решим этот вопрос еще. Завтра, послезавтра. Поэтому такая вот движуха. Уже погрунтовали практически все стены. Тут осталось это зачистить, погрунтовать вот это. И в принципе у нас уже все погрунтовано. Плитку положил, все куда мы хотели. Завтра снимаю направляющие. Можно плитку мыть. Будешь заниматься этим вопросом, помоешь плитку и отобьем уже дальше все швы. Вот такие вот, короче, дела. Так, тут потолок собрали, фонари уже поставили, уже все горит. Все докрасили, где не было докрашено. Ну, как бы, вот такой вот процесс тут по маленькой комнате. Ну, что я могу сделать, если у меня не получается такой вкусный оливье, как у тебя? Я ничего не говорю. 10 минут и все готово. У нас такой красивый оливье. Мы, кстати, оливье делаем очень редко, вернее, раз в году. И я хотела спросить, кстати, а вы в этом году отказались от оливье или все-таки нет?